В истории Великой Отечественной войны были выдающиеся люди, героизм которых вызывал огромный страх у нацистов. Вот несколько героев, которые внесли огромный вклад в победу и чьи подвиги почти вышли за пределы человеческих возможностей. Красноармеец Иван Середа был призван на фронт в июне 41 года в возрасте 22 года. До войны он окончил продовольственный техникум, поэтому его отправили на фронт поваром на полевую кухню. Середа неоднократно просил отправить его на поле боя, но его просьба была отклонена из-за отсутствия хороших поваров. В августе 41-го его полк находился в Латвии, недалеко от города Двинска. Все солдаты были на передовой, кроме Середы. Он остался готовить обед. Он увидел два немецких танка, один из которых двигался в его направлении. Он отвел лошадей в лес и спрятался за кухней. Единственным оружием у него была старая винтовка и топор. Танк подъехал к кухне и остановился. Немецкие солдаты стали выходить из него. Иван выбежал из укрытия и, размахивая топором, направился прямо к танку. Немцы тут же начали стрелять из пулемета. Но Середа был уже на башне танка, сгибая ствол орудия топором. Он закрыл смотровые щели танка тканью и приказал своим товарищам, которых на самом деле не было рядом, ударить по танку гранатами. Немцы испугались и тут же сдались. Когда советские солдаты вернулись, они с удивлением увидели немецкий танк и четверых немецких танкистов, ожидающих их, в то время как их повар выполнял свою работу. Иван Середа был удостоен звания Герой Советского Союза и орденом Ленина. Людмила Павличенко считается самой успешной женщиной-снайпером в истории, убившая 309 вражеских солдат и офицеров. Американские журналисты прозвали ее «Леди Смерть», но в Советском Союзе ее считали героем, а не убийцей. С первых дней войны Людмила Павличенко была добровольцем на фронте, хотя училась на 4-м курсе университета. В университете она прошла курсы подготовки снайперов. За первые месяцы войны она убила 179 немецких и румынских солдат и офицеров. В июне 42-го у нее было 309 подтвержденных убийств противника, в том числе 36 снайперов. Она также обучила многих снайперов. В конце июня 42-го Павличенко была тяжело ранена и эвакуирована на Кавказ. После выздоровления была отправлена в Канаду вместе с делегацией молодежи в целях пропаганды. Находясь в Америке, Павличенко посетила президента Рузвельта, после чего, благодаря первой леди Элеоноре Рузвельт, отправилась в короткую поездку по стране. В своей знаменитой речи в Чикаго она сказала: «Мне всего 25 лет, и я уже убила 309 фашистских угнетателей. Вы не думаете, господа, что слишком долго прячетесь за моей спиной?» В Канаде Павличенко подарили винтовку Винчестер, а в Америке она получила пистолет Кольт. Американская певица Вуди Гатри посвятила ей свою песню «Мисс Павличенко». У Дмитрия Овчаренко из Луганской области не было страсти к образованию. Но благодаря хорошему здоровью он был призван на фронт пулеметчиком, когда началась война. Однако в первые же дни войны он был ранен и переведен для снабжения войск продовольствием и боеприпасами. 13 июля 41 года при доставке груза в свою роту Овчаренко был неожиданно застигнут отрядом вражеских солдат и трех офицеров, общей численностью 50 человек. Немцы отобрали у него винтовку. Один из офицеров стал его допрашивать. Однако Овчаренко неожиданно для всех выхватил топор из повозки и обезглавил немецкого офицера. Затем он бросил в немцев 3 гранаты, убив 21 человека. Солдаты стали разбегаться в разные стороны. Овчаренко догнал второго офицера и обезглавил его. В доказательство того, чего он добился, он собрал все документы с убитых немцев и вернулся обратно вместе со своим грузом. Овчаренко был награжден медалью Герой Советского Союза. Он вернулся в свое пулеметное подразделение и был убит в Венгрии в начале 45 года.
Семен Намаконов был коренным сибиряком и представителем эвенийского народа. Он был охотником и с детства жил в тайге. У него было феноменальное зрение, которое помогало ему в охоте, за что Семен получил прозвище «Глаз стервятника». В начале войны ему было более 40 лет. Он служил санитаром, так как знал мало русского языка и поэтому не понимал всех приказов. Осенью 41 года он нес с поля боя раненых солдат, когда заметил, что в него целится немецкий солдат. Он не растерялся, схватил ближайшую винтовку и, почти не прицелившись, выстрелил в немца. Это впечатлило командиров, и они взяли его в взвод снайперов. За время войны Намаконов убил 360 немцев, в том числе одного генерал-майора. За время Советско-японской войны он добавил к своему списку смерти еще 8 солдат Квантунской армии. Намаконов использовал трехлинейную винтовку Мосина, которую первоначально использовал без оптического прицела. На ногах Намаконова были туфли из конского волоса, а это означало, что его шаги были практически бесшумными. Во время войны он был ранен 8 раз и получил 2 контузии. Сергей Сергеев, кандидат исторических наук, говорит, сначала немцы пытались его убить. Они послали 2 снайперов, а потом вообще 3. Когда все немецкие снайперы были найдены мертвыми, чтобы убить сибиряка была отправлена женщина-снайпер. Чуть позже ее тоже нашли с дырой в голове.